Эй, мам, я сейчас 100 тысяч подниму. Че, руками? Мам, смотри, я вот сейчас на рулетке 100к подниму. Я с карты взял с вашей. Кто тебе разрешил? Сына, это что такое? Вот, смотри, я сейчас их выиграю. Блин, я их проиграл. Сына, ты что, шутишь что ли? Это что такое? Да нет, я их потом опять подниму. Потом поднимешь. Сына, чтобы было все как было. Получи возможность превращаться в любого моба. Грифер будет думать, что вы обычная свинья. А в это время в сундуках вы найдете кучу алмазов. Тогда сетните ему его сундуки. Также вы сможете выбрать себе абсолютно любой префикс. Например, префикс антигрифер. Затем посадите этого грифера в тюрьму. Посмотрите на его грустное лицо. Затем напишите на весь сервер, что здесь находится грифер в тюрьме. И посмотрите, как весь сервер обзывает этого грифера. И не забудь поблагодарить фактера. Но затем просто забань этого грифера. Поэтому, если вы хотите ровно так же снимать антигрифер шоу на сервере Сержград, тогда становитесь владельцем сервера, на котором действует скидка. Осталось недолго, всего лишь 3 дня. Заходите, ссылку ролика и наказывайте абсолютно всех гриферов. Всем привет, дорогие друзья, смотрите, я специально заготовил этот большой дом, точнее не я заготовил, а мои подписчики, вот я вам его показываю, он на береге моря находится, здесь большой дом, он ухоженный, здесь даже посевы застроен, все, посмотрите на этого железного голема, вы думаете, это обычный простой железный голем, который просто, давайте, кстати, я забыл музычку здесь добавить, чтобы слышать, как он все это ломает, думаете, это обычный простой железный голем? Нет, это не простой железный голем, посмотрите, у него ник главный 24, а сейчас я вам покажу, кто может превращаться в железный голем, у меня здесь есть в сундуках вот такое превращение в меню. Это у нас на сервере разрешено. Смотрите, железный голем доступен только от владельца сервера. То есть мы с вами уже выясняем, что это владелец сервера. Потому что у него по нику это понять невозможно. Видите, у него он никак не обозначен. У него префикса нет, потому что он моб. И вот он такой здесь бегает и все ломает. Выглядит на самом деле страшно, жутко, потому что жалко дома. Он просто его весь раскирачил. Давайте ему сразу начнем писать. Я специально здесь стоял, долго ждал, пока... Он и сундуки мои ломает, он мои сундуки даже ломает. Он все сломал сундуки. Вот это вот... Погоди, за что? Вот так вот ему напишем. Погоди, за что? Вот мой ник генерал32, если вы заметите. Я опять под новым ником. Я в броньке, у меня даже есть скин. Посмотрите, у меня есть скин. Если я его так уберу, у меня такой жесткий Джеймс Бонд такой. Он остановился, он что-то хочет писать, видимо, этот владелец сервера. Кстати, сейчас проверю микрофончик, он у нас вообще меня слышно, да? Да, меня слышно, это я уже всегда проверяю. Так, он что-то должен был написать. Просто я грифер. А, он написал просто я грифер. То есть мы прямо его спросим, ты грифер? То есть такое нередко бывает, когда человек, конечно, отрицает, что он грифер, а тут он прям в лоб нам говорит, что он грифер. Так, давайте броню оденем, потому что он может нас бить. Главное, что у нас с вами скин есть уже, он виден. Вот так вот, мы Джеймс Бонды. Я делаю скрины, что ты ломаешь мой дом. Обязательно пишите всегда с ошибками, если вы хотите снимать также антигрифер шоу на моем же сервере, как я. Обязательно пишите с ошибкой, иначе вы не снимете. Человек подумает, что вы какой-нибудь взрослый. О, там, кстати, тоже кто-то бегает, посмотрите. Там бегает. Вообще, карта такая, вайп недавно сделан. Здесь только все начали застраиваться, но тут уже хорошие соседи есть, все что-то строят. Он так, он пока не отвечает, да? Так. Хватит, давайте ему писать, хватит, потому что, может быть, вот так он будет останавливаться. Так, 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 смотрите, блин, как же ему, как-то надо его остановить с вами, хватит, вот так попробуем написать, потому что он так и будет этим ломать. Что-нибудь, стой, давайте, он безбашенный, так и будет ломать, стой, давайте убить, не знаю, что-нибудь с ним делать. Что, пишет что? Хватит дом ломать. Давайте вот так ему еще раз напишем. Владелец сервера несчастный. Вот он у нас. Вот видите, здесь есть такая. Может превращаться в моба владелец сервера. Вот он может в него превращаться. Так что? Что? Я его не понимаю немного. Он что-то от меня требует. Что-то пишет. Так что? GovSkype. Давайте ему напишем GovSkype. Потому что это, видимо, так и будет продолжаться. Говори Skype. Смотрите, пока давайте ему еще раз напишем. Говори Skype. Человек, видимо, долго думает, или он завис, или он умер, я не знаю. Человек не пишет. Давайте пока я вам проведу этот обзор этого дома, пока все у нас по плану.
Грифер повелся на мой домик. Домик хороший, строили подписчики. Строили подписчики специально мне для анти-грифер-шоу. А, вот он, смотрите, здесь даже деревицы растут. То есть все, человек для меня строили люди, чтобы как раз такой, как он, повелся на меня. Смотрите, он мне не отвечает совершенно. Видимо, что-то с ним не то. Он мне не пишет. А, давайте еще... Где он вообще? Домики здесь находится? Давайте. Не смогу сим... Не могу символы запрещены. Ну, напиши так, чтобы не запрещено было. Смотрите, видите? Он, видимо, сейчас... У него символы какие-то запрещены. Ну, надо как-то с ним нам связаться. Ну, надо маленько, думаю, прождать, и тогда он напишет. На сервере уже солнце целое садится до тех пор, пока он написал мне свой скайп. Курва 2386. Запоминайте, ребята, курва 2386. Чтобы вы знали, какой у него скайп. Если что, долбите ему прям в личку, пишите. Смотрите, солнце уже садится. А мы сейчас с вами... Куда он делся? Стойте. Главное, мы знаем его скайп. Куда он делся? Куда делся этот грифер? Звоним ему, наконец-то, спустя столько времени. Дингим. Алло. Чё? Чё, ты сам мне дом ломаешь, еще спрашиваешь, чё? Да, хочу спрашиваю. Я тебя сейчас в тюрьму буду сажать. За что? Чтоб ты спросил. У тебя владелец сервера привилегии? Да. Где? Откуда ты ее взял вообще? Я ее купил. На какие деньги ты ее купил? На сайте. На каком сайте? На какие деньги я тебе, говорю, купил? На мамину? Нет, я зарабатываю. Где ты зарабатываешь? Сейчас так тебе и скажу. А, не скажешь. Не, ну можешь не говорить. Мне главное, чтобы ты не гриферил дальше. Ты зачем это делаешь? Просто в целях развлекаться. А, то есть ты купил привилегию, короче, в целях развлекаться, чтобы гриферить всем, ломать дома, там, вырезать. Да. Классно. А зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что ненавидит гриферов. Я знаю. Я потом еще куплю и гриферить буду. Мне все равно потом никто не найдет. О, у тебя там даже кто-то разговаривает, да? Да. Тебе не стыдно вообще, что вот у тебя вроде сестра маленькая, кто там разговаривает? Брат. Брат, не стыдно так, ты подаешь такой вот? Все равно тупенький немного. Классно, ты еще и брата взял. Ты что ты мне там хотел, брат? Вот экскаватор поиграть как ты. Ну подожди, я сейчас одна. Ты какой брату пример подаешь? Алло. Он когда вырастет, он тоже гриферить будет. Зачем ты такой учишь? Ты ему сказал, что ты меня в тюрьму поставишь. Зачем? Что? Я даже тебя убить не могу. Да, ты не можешь. Смотри, я сейчас вообще написал главным администратором, сейчас тебя забанят. И все. Тебя сейчас заблокируют. Ща, блин, заблокируют. Да. Тебя заблокируют и все. Поэтому я пошел пока скрыны дома еще побольше поделаю, чтобы тебя... Да. Вот я тебя и посадил, понял? Ты зачем меня в тюрьму посадил? Мне не нравится. Я даже... Да, я же грифер. Я даже двигаться не могу, слышь? Да, ты не можешь двигаться, ты в тюрьме. Ты зачем меня посадил? Меня откатывает. Ты зачем меня в тюрьму посадил? Вася, Я хочу и посижу. Выпусти из тюрьмы. Ты привилегии вообще, ты пользуешься ей, зачем? Хочу и пользуюсь. Я сейчас в брокаст напишу, то, что ты в тюрьме. И все будут над тобой смеяться, обсирать буду. Ну так-то вообще не зачем ты будешь делать. Вот так-то точно не делай. Но я хочу, чтобы над тобой все посмеялись. Ты понял? Самый противный владелец сервера, которого, наверное, встречал вообще. Зачем ты так делаешь? Да. Я хочу и делаю, понимаешь? Не твое это дело. Тебя совесть не мучает? Нет. Вообще никак? Вообще никак. Охренеть вообще. Я двигаться не могу, понимаешь? Из-за тебя теперь в тюрьме. Я вынужден так вот смотреть. А, это вообще не мои проблемы. Мне там писало, что я... А вот, you do the crime, you do the time, короче. То есть, что-то там мне, значит, написано. Вот если я сейчас пропишу home, я не могу, мне написано джалит. Сколько? 3 years, 2 месяца, 9 часов? Да, понял. На 3 года ты меня посадил? Да. Ты что, глупый, что ли? На 3 года зачем ты меня вот посадил? Вот я тут в БЦ написал, все на варп, джайл, тут грифер в тюрьме. Какой ты... Ошибочный, конечно. Зачем ты так? Сейчас меня все чмырить начнут. Зачем? Чё, пусть чмырят. Они тебе дверь открывают, заходят, смотрят на меня. Зачем? Пусть смотрят. Я напишу им, я не грифер. На сервере играют. Меня сейчас забанить могут из-за тебя. Они обычно часто владельцы сервера какие-нибудь. Вот консолька прилетела. Все, мне конец.
Все, сюда народ прибежал. Зачем ты это сделал? Да, пусть смотрят на тебя. Зачем ты это сделал? Я им пишу, что я не грифер. Ты грифер. Я грифер? Да. И что дальше? Меня забанили. Ты меня забанил? Ты меня забанил? Нет. Тебя владелец, походу, забанили. Ха. Вот то, что вот ты плохо сейчас сделал. Меня, короче, из-за тебя забанили вообще. Невинного, у меня был мой дом. Сейчас тебе плохо будет. Ничего мне плохо не будет, мне наоборот хорошо. Сейчас, погоди. Сейчас консоль unbanned генерал 32. Тебя же... Я не знаю, как она это так сделала. Я теперь из-за тебя ни одну команду не могу прописать. Может, и все. Так. Тебя же мы выписали. Ну, консоль, видимо, видит, что здесь все честно. Все, я теперь из-за тебя... Никакую команду не могу прописать. Потому что ты ее мне... Вот ты... Да... Так, где ты? Покажи, где ты. Главный, что я ли, я в тюрьме, да? Сижу. А какой у тебя ник? Главный? 24, еще дальше. Так, главный 24. Сейчас я тут просто пишу жалобу. Ага, смотрим. Он долго придет. Я уже 100 раз, блин, успею. То есть, тебя, то есть тебе часто угрожали, да? Нет, мне вообще никто не угрожает. Я сам угрожаю. А, ты сам угрожаешь? Да. Это ты вообще грозно придумал. Грифер. Ой, смотри, консоль банд главный 24, фу, грифер. Смотри. В смысле? Консоль, это как? Консоль решила поступить по справедливости, Витя. Что? Грифер. Эй, верни аккаунт. За что тебе возвращаю? За то, что ты гриферишь? Да. Ты... Я поражен в тебе. Ну пробуй зайти, пробуй. Ты не сможешь зайти. Я не смогу зайти. А хотя ладно, я сейчас на 100 тысяч своих из карты возьму у родителей и подниму на сайте. Чё ты сделаешь? Чё больше денег на сайте подниму и куплю еще одну привилегию. Где ты их поднимешь-то? На одном сайте. Я тебе не скажу его. Зачем ты, зарабатывать? Зачем ты будешь покупать, да, привилегии, если я тебя все равно заблокирую? И что дальше? Хоть 100 раз. Я 100 тысяч подниму. 100 тысяч сейчас поднимешь? Давай! Прям сейчас! Прям сейчас хочешь поднять? Да. Давай, я жду. Эй, мам! Я сейчас 100 тысяч подниму! Че, руками? Нет, блин, ногами. Ногами? Давай-ка я посмотрю что-то. А чё маму-то зовёшь? У тебя мам-то нет, небось, там. Ну, придёт. Да, мам? Тебя даже мама, не, походу, не любит слушать. Да злюсь она меня всё. Я смотрю. Мам, стри, я вот сейчас на рулетке 100к подниму. На рулетке? Ты взял. Я с карты взял с вашей. Кто тебе разрешил? Я сам себе разрешил. Сына, это что такое? Вот, смотри, я сейчас их выиграю. Блин, я их проиграл. Сына, ты что, шутишь, что ли? Это что такое? Да нет, я не проиграл. Я их потом опять подниму. Потом поднимешь. Сына, чтобы было все как было. Хорошо. Так, он нас трубку сбросил. У нас чувачок 100 тысяч проиграл в рулетке вообще. Это жопа, конечно. Жалко 100 тысяч рублей, если это вообще там все правда, если он, не знаю, но если мама у него пришла и на него накричала, наверное, правда. Поэтому мне обидно за эти 100 тысяч рублей, давайте как-то поддержим меня, то, что я все это выслушал, и родителей грифера. А так, всем спасибо, что смотрели ролик, всем пока. Друзья, конечно же, я должен рассказать о самом главном, что можно получить у нас на сервере. А на сервере у нас можно получить админку, владельца, все что угодно, абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно зайти всего лишь на сервер и играть. Играть, играть, играть. Подойти к этому чуваку, посмотреть, у него написано «Пропишите команду free». То есть вы элементарно приходите сюда, пишите «free», то есть бесплатно, да? Смотрим, такая табличка у вас появляется, бесплатный донат. И вы начинаете смотреть, есть донат за время, а есть донат за убийство. И вы смотрите, каким удобным способом вы хотите получить донат. Либо вы получите VIP, премиум, креатив, админ, супер админ, основатель. Если вы будете просто убивать людей, смотрите, чтобы получить ключ, нужно убить 20 игроков. Убейте еще 20 игроков и получите ключ. Открываете его, и у вас есть возможность получить то, что здесь написано. Или же у вас есть возможность также, прописав команду free, отыграть время определенное на сервере и получить VIP, админку, основатель, даже самую крутую привилегию. Посмотрите на это.
Все это мы сделали специально для вас. Наша разработка, чтобы вы смогли бесплатно у нас играть, играть и еще раз играть и получать привилегии, чтобы ваши часы, они не уходили в никуда, чтобы вы играли заслуженно, получали привилегии. Поэтому все сделано для вас. Это наша технология, наша разработка. Таких вы мало где найдете. Поэтому заходите, смотрите, кто-то эффектов накидал. Ссылка в описании ролика и используйте наши крутые бафферы, которые могут прокачать вас абсолютно крутым игроком. Все, всех жду, я пью в описании, ребята, всех жду обязательно. Да.